Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, и сейчас мы будем играть в блокаду. Решил я сегодня, давайте сыграем на новом наборе тайлов, точнее, ну, не на таком уж и новом, просто все мои видео обычно вот на этом наборе. Кто не знает, вот здесь просто в опциях надо поменять набор тайлов, и кубики в игре будут выглядеть по-другому. Мне не то, чтобы там другой больше нравится или еще в чем-то дело, просто я начинал играть вот на этом наборе, поэтому мне на нем как-то, ну, привычнее, что ли. Ну ладно, давайте поиграем на другом для разнообразия видео. И видео по игре было довольно-таки давно не было, поэтому давайте выберем какую-нибудь затяжную битву. Это, как правило, либо захват территории, там обычно часто подолгу по очень захватывают. Так, ну вот, 17 человек, хоть что. Давайте отправимся сюда. Это... Звук подвисает. Ну ладно, это только начало. Так, кто у нас там впереди планеты всей? Синие. Ну ладно, мы тогда за синих не будем, мы будем за желтых. Тут тем более всего один игрок. Сразу берем винторез, лом. Ну не знаю, что нам там пригодится. Возьмем анаконду. Главное, чтобы меня не подстрелили, как только я появился. Да, очень мне как-то непривычно, что деревья стали совсем другие. Так, а к кому я иду? К зеленым? Зеленых не так уж много. Идти надо было к синим. Вот их там прилично. Да, начало смазанное. Ну что ж, я встретил парня тоже с винторезом. Уже неплохо. Ладно, пройдемся к синим. Синих больше, с синими интересней. Хотя, знаете, обычно я на картах захвата не играю. Хотя я тут смотрю, маленькая обстановка поменялась. Но раньше как-то все, у кого есть хорошие пушки, играли в контру, потому что в ней куда более жесткое обычно сопротивление. 2 на 2, очень много игроков с прокачанным вооружением. А вот именно в режиме выживания играли, как правило, игроки послабее. Ну, точнее, не выживание, а как его там, захват. Где-то кто-то стреляет, но я никого не вижу. Сейчас мне кто-нибудь в спину придет, уничтожит. Ладно, схватят синих, пойдем куда-нибудь прогуляемся. Посмотрим, как там красные живут. Что-то никого я не вижу у красных на базе. Даже синих не вижу. О, вот он зеленый. Да что ж такое, прям так промазал туда-сюда и упал от анаконды.
То по левому уху ему патроны свистели. То по правому. Так, а кто на этот раз по нам стрелял? Откуда? А вон, кажется, красный. Нас тут прямо на базе зажимают. Так, где? Где враг? Где-то вот в том краю был. Кстати, можно легко по кубикам смотреть по карте, где есть враг, где нету. Вот, смотрите, я наступил на красный сектор, а он не желтеет, значит, где-то тут красный трется. Знать бы еще где именно, пока пулю в спину не получил. Так, да, плохо. Туда-сюда стрелял, так никого и не убил. Много лишних движений делал. Так, и похоже, карта закончилась. Но ничего, сейчас начнется все заново. Ну давайте для Давайте отсюда мы выйдем и пойдем куда? Пойдем в контру, да. Река, квартал, давайте на квартал, пожалуй. Так, что-то красных маловато. Поэтому мы будем красными. Так, не успел, чуть-чуть не успел. Нас тут уже на крыше пасут. Ну, само собой, это нормально, раз синих так много. Еще пойди там напротив, кто-нибудь тусит. Может, туда садануть им? Ой, блин, себя прибил? Да что ж такое? Вроде нормально стрелял. Так, моя граната никого не убила. А если так? Вон я там видел, кстати, синие пятки. Так, ну ладно, попробуем выбежать. Правда, это как-то опасно. Вот, лучше сначала в будку. Так, вроде все нормально. Наши тут вроде как живы.
Вон там ребята ходят, я их вижу. Где-то вот там они были. О, вот он один. Очень хорошо убивать врагов по теням, которые они отбрасывают. О, вот он парень. Напротив был. Да, наверное, он меня и убил. Может быть, конечно, кто-то другой. Ну ладно. Он же до сих пор там остался. Давайте к нему сейчас попробуем его снять с балкончика. Если, конечно, повезет. Давайте вообще им обрушим эту конструкцию. Она только нам мешает. Так, никого не видать. Ну ладно, давайте прогуляемся. Выпустите меня отсюда. Вижу синего. Да блин. Это он меня убил. А вот я не успел. Слишком много косил. Ну ладно. Кстати, счет у нас вообще ужасный. 4-4. Надо что-то делать. Надо как-то это дело исправлять. Да что ж такое, прям не везет сегодня. Не мой день.
Так, и давайте отключим, наверное, чат. Что-то я постоянно забываю это делать. Ох ты, вон он, кажется, был прямо у нас за спиной, да? Прямо в том закутке, куда я забежал, если не ошибаюсь. Надо бы проверить, если, конечно, удастся добежать до туда. Вон двое бегут. И кажется, обоих положили. Ребята, уйдите, я ни хрена из-за вас не вижу. Понастрой тут ереси. Ох ты, кто его снял? Да враги тут повсюду на нашей крыше. Так, все, вроде наши тут отбились чуть-чуть. Ох ты, ё, как неожиданно это все было.
Эх, чуть-чуть не успел отойти, ну ладно. Зато мы хотя бы счет выровняли, уже 30 к 10, и мы самые лучшие в нашей команде. А это значит, что команда у нас не очень, потому что он у врагов 85 к 20, а Лукард Син. Я даже боюсь на крышу влазить. Там как хоть безопасно? Давайте, ребят, выйдите, а я посмотрю, как вы живы до сих пор. Вроде все нормально, да? Ну ладно, я тогда пошел. Вы тут прикрывайте. Опять кто-то заборы тут выстроил. Такие заборы, что не видно, где враги. Ребят, снесите эту застройку. Уже много протоптались на месте, и я не знаю, мне не нравится этот мост, который построили наши парни, и карта заканчивается. Ну ладно, давайте следующую, я обещал, что сегодня поиграем подольше, посмотрим, что у нас там дальше в здании. Так, даже без понятия, как эта карта называется. Кстати, на этой карте мне больше нравится играть за красных. Хотя и за синих тоже весело. Да и на этой карте вообще весело играть. Будем держать этот проход. Враг не пройдет. А почему враг вообще не идет? Что, такое немодное место, что ли? Ну идите кто-нибудь тогда вперед. Пойдемте тогда помирать, раз враг сам к нам не идет. Самое неприятное, что тут враг респается, и его нельзя сразу уничтожать. Поэтому лучше все-таки тут не высовываться, вот как я сейчас. Ну ладно, давайте вообще сменим место. Пойдемте куда-нибудь на другой фронт повоюем. Допустим, здесь. Так, это там не синий забежал, не это красный.
Да, похоже, мы синих загнали в ловушку. Они уже толком с базы выйти не могут. Ну что ж, отлично, наконец-то нас убили. Давайте куда-нибудь пойдем в другое место. И опять этот чат появился. Надо его опять отключить. Просто в чате люди часто говорят неприятные вещи друг другу. Не знаю, зачем они это делают. Так, тут вообще забаррикадировали все. А там мне не особо нравится ходить. Ух ты, некрасиво получилось. Кстати, вот это мод Триер, да, он молодчик в команде врагов, 29 к 8. Это лучший синий, все остальные в минус ушли. Он один за всю команду там работает. Так, а кто меня на этот раз снял? Так, кто-то меня с дробаша подрезал. Мод тут неплохо держал коридор. Так, и вот он вернулся. Я не смог его убить. Так, нашего тут сняли. Быстро и качественно. Ох ты, нам прилетело. Так, а в этот раз откуда? Похоже, кто-то на балкон забрался. Да, так и есть. Вон двое парней, было видно на заднем плане. Перед тем, как мы резнулись. Но я знал, что там наш стоит. И как-то надеялся, что он хоть как-то спины нам прикроет. Но убили и его, и меня в итоге. Так, меня все-таки сняли. Не в ту сторону я смотрел, однако. Не оттуда врага ждал. Ух ты, да мод молодчик, он, у него прям реакция хороша, недаром он набрал 51 фраг уже, смертей у него, правда, в два раза больше, чем у меня,
Но, тем не менее, парень молодец. Слушайте, ребята прямо один за другим тут падают. Кто-то справа. Вот он. Неплохо их истреблял. Ух ты! Вот он. Не успел я его убить. Кстати, давайте тоже попробуем повеселиться, побегать со спасом. Правда, я вам точно гарантирую, что со спасом у меня будет больше смертей. Не смогу я так хорошо отстреливать врагов на расстоянии. У меня уже все плохо со здоровьем. 56 хитов. Так, ладно, ребят, вас тут много, да? Ну, ё-моё. Не успел. Так и все больше понимаю, что спас это не моя вещь. Вот видите, опять привычка с винторезом. Один патрон из спаса потратил и сразу перезаряжаться. Собственно говоря, из-за этого моя смерть. Надо уже отвыкать от винтореза, но не знаю как-то. Потому что в винторезе очень быстро заканчиваются патроны. Там парочку потратил, уже хорошо бы перезарядиться. Хоть моя граната кого-нибудь убьет. Ну да. Может быть даже того же, кто и меня убил, не знаю. Поэтому часто я делаю вот именно эту ошибку. Выпустив один патрон из паса, начинаю перезаряжаться. Ну или парочку. Потому что если вы часто ходите с винторезом, то вы привыкли часто перезаряжаться. Так, синие там где-то крошат. Единственное, что непонятно, слева или справа. Слева есть один, а справа... Справа вроде чисто. Так, ну ладно, хватит ерундой страдать. Давайте возьмем винторез и маленько с винторезом поиздеваемся. Так, ребята вроде стоят, никто не хочет умирать. Ребята, убивайте его, пока у меня перезарядка. Ну что вы, тележите.
Ух ты, почти умер. Ну ладно, давайте воскресимся. Хотел гранату кинуть, уже на G жало. У меня-то гранаты нету. Так, по парню я, кажется, тоже пару раз попал. Так, и откуда меня сейчас сняли? Из прохода? Не знаю, но этот проход какой-то стал отчаянный. Там довольно сложно прорваться. Неплохо ребята его держат. Да что ж такое, я даже... Ну, я видел, как он меня снял. Так, ну ладно. Так, вроде пострелял, но все равно вот этот на Z... Ну, парень неплохой у него, 41 уже к 19. Так, а я с дуру гранату кидал. Не ожидал, что там еще один будет сразу. Блин, граната. Прям такой момент, когда понимаешь, что уже никуда не деться. Ох ты, там еще и стоит кто-то. Ну, кстати, этого кого-то мы сейчас можем попробовать гранаткой подорвать, прям туда подкинуть рядышком. Можно даже за столб, наверное, вот так вот. Интересно, подорвет она его или нет. Сразу троих, как удачно. Вот там еще кто-то тусит. Да их там целая тьма в этом проходе. Ну что ж, не знаю, наша игра превратилась в какую-то бойню за проход. И можно сказать, что синие пока что неплохо себя ведут на этом поприще. Можно, конечно... Сделать по-наглому, постоянно респауниться и опять идти отбивать этот проход. О, вон он, кто там засел, оказывается. Ну, сейчас мы его оттуда снимем. Так, а его там уже и нету, сняли.
Так, ну и все, карта окончена. И я думаю, на этом наше сегодняшнее видео тоже окончено. С вами был 1 из 101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.